Первый период играли, вроде равная борьба была. Во втором пропустили обидный гол. И второй гол тоже, в принципе, обидный, потому что от клюшки своего игрока. Поэтому, могли спасти матч, конечно, там были моменты, нужно было забивать, но не забили. Все достаточно сильно расстроены. Насколько поражение получилось обидным? В третьем было преимущество у «Трактора». Поэтому и обидно, потому что было преимущество, и могли забивать, и вытаскивать матч. Знаем, что это умеем, поэтому вдвойне обидно. Конечно, всегда есть над чем работать. Работать там над большинством, также над меньшинством. Поэтому разобрать там моменты. По-моему, у нас сегодня опять 6 игроков было. Тоже надо этим тоже поработать. И каким будет матч в Нижнем? Конечно, будет тяжелым, я думаю. Они играют дома, им хоть захочется продлить голевую выигрышную серию. Поэтому... А нам нужно очки набирать, поэтому, я думаю, будет очень интересная игра. Последний вопрос. Сегодня за «Трактор» болело в Сочи очень много людей. Насколько их было слышно, видно, насколько это приятно? Кстати, хорошо болели. Я даже слушал, по-моему, сегодня, когда гимн играл, пели, по-моему, только наши болельщики. Поэтому их было слышно, очень приятно.